Так, хорошо. Сюда надо бежать, да? А, то есть они здесь выходят, здесь выходят. Там и сверху. Надо бежать сюда. Так, начинаем с первого, с лучницы. В принципе, она рядом. Надо этих убивать. То 6. Короче, как получится. Убьем, убьем, нет, нет. Кого-то убили. Главное лучника убрать. Так, того уже не получится. Мы стоять где-то здесь будем. Пока сильно маны не тратим. Эти к нам. Так, вот это к нам подходит. Так, все, он к нам не подходит. Так, вышли они на 3 клетки. Здесь тоже на 3. Здесь на 4 получилось. Очки перемещения 5, у этих 5. Значит, не знаю, как они, в принципе, могли выйти дальше. Так, хорошо. Это, я думаю, остается здесь. Единственное, так, сколько у нас 7 перемещений. Можем... Так, по диагонали у нас еще нет. Можем отравить грохача, либо охотника. Мы охотника отравим, а грохача потом. Сейчас кто-то, наверное, выйдет по нам ударит. По-любому. Ну ладно, узнаем. Так, здесь что у нас? Это и придется бежать туда. Так, 9. Если что, у нас есть зелье скорости, то есть в следующий ход мы по-любому туда добежим. Так что мы здесь сначала просто тратим очки действия. Так, плохо. Надо либо сюда подбежать, потом туда. Так, мы этих тогда не зацепим. Так, теперь подходим тогда, наверное, вот сюда. Опять же, пока повторюсь, ману не тратим, то есть я этот огонь не кидаю. Пока просто яды. Будем потом, когда они уже все выйдут, потому что у нас сейчас следующий ход практически пустой будет. Так, это слежка. Здесь, конечно, можно было бы молнию запульнуть. Плюс 9. Это нежелательно. Просто надо их всех подбить. Можно, кстати, да, наверное, на себя отсечение кинуть. На 3 хода. И как бы все. Стоим, наверное, здесь. Сейчас лучник выйдет, вот, опасно. Поэтому прям близко-то подходить не хочется. Нам потом понадобится убегать. Поэтому лучше стоять поближе. Так, здесь нам надо вниз бежать. Так, у этого перемещения так уж... В принципе, нет, здесь нормально. А, это у нас, кстати, лучник. Так, у тебя промахов нету. В плане, что нам будут давать меткость какую-нибудь. Так, мы будем ману тратить пока нежелательно. Здесь тоже все на ману. К ним приконнектиться смысла нет. Так, тогда просто бежим сюда. Интересно, как-нибудь на своего смогу кинуть. Но слишком далеко. Сюда подходить опасно. Ладно, пока здесь постоим. Так, этот походил. В принципе, все походили. В принципе, все походили.
Ладно, ждем этих воинов, магов. Так, этот готовится стрелять, да? Дальность 1.10. В принципе, мы успеем отойти. Так, сколько у них? 30. А это, кстати, возвращенный следопыт. Мы еще таких не видели. А, здесь, я так понимаю, все то же самое, да? Маг. Да, описание одинаковое. Так, умение. Пронзающий болт. 43 на 55. 1.5. Неограниченная площадь 1. Пробьет броню. Это плохо, пробьет броню. Разрывной болт 51 на 66, 2 и 3 дальность, площадь 5. В принципе, нет, в принципе опасный. Так, а вот теперь мы кидаем, наверное, сюда огонь. То есть теперь уже ману тратить, наверное, придется. Ведь что-то там уже задумали. Этого главного к нам не подпустить. Потому что он потом все взорвет здесь. Так, ну кинем второй раз. Так, второй раз нам надо на этого кинуть. Так, того нам не видно. Так, хорошо, лучников убрали. И спрятаться мы успеем. Так, хорошо. Это у нас маг. Так, ну мага мы тоже сейчас уберем. Или сначала туда популять? А у нас тогда не хватит. Так, возвращаемся обратно туда. Собственно, здесь. А, это печально, но мы дойдем, да, с помощью зелья. Так, у нас один остается. Значит, огонь кидаем куда-нибудь сюда. У этого по диагонали переходит. Может кидать в первого. Так, бежим сюда. У нас, в принципе, еще очки, это очки действия есть. Так, хорошо. Это тоже, в принципе, справится. Так, успеем отойти. Так, либо можно две маны потратить, отравить кого-нибудь. Так, ну пока более-менее все хорошо. Ни до кого не доходит. Ах ты ж сволочь. Промах. Отлично. Так, два лучника там. Так. Начинается напряженка. Я думал, это я с таким хп. Так, этого надо, наверное, заражать. Сколько мы убиваем? 200 хп. Либо так пока что. Пока у нас есть первый удар. 4 раза по нему стреляем. Так, еще пару раз по нему. Пару раз по вам. Так, все, этого взорвали, это хорошо. Эти пускай выходят. Пока мы к ним не пойдем. Постоим здесь. У нас, конечно, есть очки действия еще. Конечно, на кого-то кинуть яд. В принципе, отступить сможем. В принципе, мы вообще можем сюда подойти. То есть, с тем разберемся. Так, стоим здесь. Так, вот у тебя здесь опасно. А, ты у нас справа вообще. Тебе надо бить этих.
Это какие-то... А, это у нас обычные лучники были. Это у нас просто лучники. Это охотники. Охотники опаснее. Ну, лучники тоже неприятно. Так, ману тратим. Ману придется тратить. Ближе подходить боюсь. Так, 2 очка действия. Наверное, сюда кинем, пускай тех немножко погрызет. Как-то так. Пускай остается, наверное, здесь. Лучше перестрахуемся. Отойдем. Так, что у нас здесь? Ну, молния, собственно, идет в путь. Так, это у нас хулиган, шанс крита. Да, у этого понижено что-то. В принципе, так куда-то и пойдет дальше. Нехорошо. А, легко. Так, теперь мы бьем. Так, отсечение может еще раз сделать. Нет, пока не будем. Это здесь двое. Так, лучник, панцирь. Пусть будет так. Так, далеко отбегать не будем. Или мы, наверное, нет. Мы сначала, наверное, этих... Этих убьют в любом случае. Эти не дойдут. В принципе, ладно. Пусть стоит здесь. Так, теперь нам надо сюда. Обязательно. Так, мы пока всех понемножку будем просто бить... Подбивать. Так, можем, в принципе, заряд холода кинуть. Я ману, ничего страшного. То сюда мы не кинем. Здесь уже опасно находиться. Это у нас копейщик. У него 1-2 радиус. Одному попадем. Вот этих можно попытаться. А это у нас оглушенец, что у нас незамедление. Да, может не сработать, 60% слишком маловато. Тем более у них сопротивление еще. У этого вообще 50. Так, хорошо. Тогда, так, можно, в принципе, тут. Но если мы давай переместимся кошкой, там мы и помрем. Допустим, так. Так, у этого перемещение 5. В принципе, он в любом случае до нас может дойти. Урон 55. Так, ну вот это опасненько. Если только вот эти помешают ему пройти. Хотя у нас, может быть, баллиста убьет одного. Надеюсь, что нет. Ладно, посмотрим. У того очень опасно. Так, все походили. Следим за этим. Ну, надо вообще, наверное, за баррикаду перепрыгнуть, за стенку. Но потом никто не ударил. Хорошо. Так, начали наводить суету. Заряд. Так, этот пока далеко. Пока что. Так, копейщика. Копейщика будет сложно. Молнию надо по-любому пулять куда-то.
Ну, по сути, вырубать копейщика надо. Насколько это возможно. Вообще, сюда бы не помешала еще чья-нибудь помощь. Стоим. Так, здесь, наверное, придется вот этой дробью стрелять. Как-нибудь так, наверное. 256. Поэтому, в принципе, будет эффективно. Мы, наверное, спрячемся. Этого пока подбивать не будем, пока пускай идет. Так, ну здесь пока более-менее. Пока у нас лучше справляется первый. Лучник. Потому что у него очков действий больше. Я думаю, мы, значит, отсюда побежим туда. А, так, в принципе, здесь недалеко. Здесь совсем недалеко. Так, это было не очень. Просто его отравим. У нас просто нету быстрого выстрела. В принципе, это сможет бегать на два фронта. Фронт, правда, один. Ну, на два положения. Так, вот здесь опасно. Здесь тоже очень опасно. Что на себя очки действия. А это по 4 маны. Так, ну пока еще справимся. Более-менее. Так, ну здесь только опасно вот это вот пока что место. Смотрим. А, это пятый ход, кстати, все. Больше. Сейчас еще выйдут. Теперь надо этих взрывать обязательно. Вот этого хорошо взорвать. Паника сильно не растет. Так, здесь пытаемся этого взорвать. Так, его взорвем. Этого он убил. Дальность хорошая.
Так, мы останемся на месте. Вот, застаем. Больше ни до кого не достаем. Так, здесь к нам прям подходит. Здесь тоже надо уже убирать вот этих вот взрывающихся. Каким-то образом. Желательно прям двух бы убрать. Если мы кинем в этого молнию. То есть сюда, туда, обратно. То есть 250, 2 мы потратим. В целом, оно того, наверное, не стоит. Легче его убить. Не получилось его убить. Это печально. Так, яд нам не поможет. 128. Тоже вряд ли поможет. А что такое сделать-то с ним? Сопротивление урон смысла нет. Замедлить мы его не можем. Лучом 183. Да, 2 очка действия потратим. На этого убиваем. Пытаемся убить его так. 205. Так, хорошо. Одного убрали. Так, а здесь, наверное, через молнию как-то надо стрелять. Если мы в этого стрелим, войдет туда, 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 туда. Так, надо этого убирать. Этого мы убьем. По диагонали она не прыгает. Да, так больше всего мы нанесем ему урон. Так, хорошо. Закончились очки действия. Плохо. Ну, он хотя бы не дойдет до нашей этой стены. Этих, в принципе, баллисты должны расстрелять. Мы все же спрячемся. Он не дойдет. Так, тут что у нас? Надо этого убить. Откуда-то наверх вообще пошел. Так, здесь мы будем стрелять в грохача. Получается прям так. Его очень важно убить. Во что бы то ни стало. Либо так... Либо перепрыгнуть и добить. Теперь можем в этого выстрелить. Так, вот это подойдет к нам. Им уже ничего не сделать, да? Меткий выстрел. Вести. Да, это уже подойдет, видимо, сюда. Можем просто побегать туда-сюда. Нам желательно обратно перепрыгнуть. Так, ну если мы пробежимся еще, допустим, 265. Ну это мало. Ничего нам не даст абсолютно. Главное, чтобы сюда не подошел и не взорвался. А если взорвется, то мы умрем. Это печально. Так, урон, взрыв, ближний бой. Так, хорошо, нужен ближний бой. То есть, по-любому по мне не ударится. Но он сможет сюда нанести урон. Деревянной стене. Тогда мы умрем. Минус лучник. Ладно, проверим. Нам все равно надо их сколько? 7 нанимать. Скорее всего, этот лучник сейчас мы его потеряем. Так, или мы его... Нет, мы его спасем. Мы его спасем. А так, мне кажется, все-таки да. Наверное, грохач так бы и поступил. Он бы подошел вплотную сюда и здесь взорвался. То есть он выбрал бы в цель деревянную стену. Он бы смог. А взрыв идет вокруг него. То есть и нас бы убило. По-любому. 305 магического. А так, вроде как, мы его спасем. Все, теперь хотя бы не дойдет. Мы все равно побьем еще. Так, а там что? Там нормально. Так, 8 очков действия еще есть.
Так, дальше. Этих, наверное, травить просто. Просто травить не получится. Как этот умрет сам? Нет, не умрет. Так, здесь лучники не очень приятные это. Блок. Давайте сделаем либо... Так, наверное. Так будет спокойней. Потому что они... Ну, колонна бы мешала, но они бы вышли, да и расстреляли бы меня. Так, ну блок на 3 хода. Пусть будет 12 общая. Все, это к нам не подойдет. Так, следующий. Маг. Маг уже походил, походил. Че у верхнего там? У нас все, получается, походили. Все походили. Так, немножко урон нанесли. Немножко урона нанесли. Туда бежать смысла нет. Сюда есть смысл бежать. Так, 97 маловато. А если молнию запульнем, то если он взорвется, в принципе, они и так все помрут. Плохо. 19% шанс крита. Наверное, молнию в него запульнем. Там как пойдет. Так, ну в любом случае мы его убиваем. Мы его убиваем в любом случае. Теперь с лучниками разберемся. Не получилось. Так, у тебя, кстати, есть лечение, надо, может, кого-то полечить. Но потом оставим кого-нибудь одного баллисты с ними расправиться. Так, что делаем тут? Этого надо будет лечить. Он сейчас просто сам туда побежит. Здесь достреляет свои очки действий. Еще надо убить. Ладно, видимо, этого потом. Так, эти не опасны. Либо того. Давайте, наверное, до сюда побежим. Так, у нас что от чего идет? Черепаха отсюда. Да, от брони. Так, ладно, это остается там. Но у этого вроде тоже проблем быть не должно быть. Должно быть, не должно.
то у этого проблемы небольшие есть. Так, паника, первый уровень. Плохо, плохо. Но кто у нас не справился? Маг у нас не справился. А почему? Потому что у него, видимо, нет второго, во-первых, оружия. Да и просто он какой-то такой себе. Надо его вкачивать. Хотя отсечение у него прокачано. Урон маленький, видимо, магическая сфера плюс один. Так, это бежит лечиться. Правда, с его скоростью. Вообще брони нету. Так, ну и с этим пока все. Так, это, по идее, наверное, еще жив останется. Но просто один ход надо, чтобы полечить того. Этих тоже надо как-то замедлить, что ли. И ману тратить мы точно не будем. Можем урон понизить. Что сделать не смогут. Урон по ноль практически. Ничего не сделают, но панику мы уже навели, поэтому прям избегать этого смысла нет. Ну, то есть по-быстрому их теперь убивать смысла большого нет. Так, тебя надо полечить. Ну и все, теперь можно всех просто добивать. Там, наверное, баллиста уже... А, 13. Чуть-чуть не достаем. Так, нам еще надо с кулаков убивать. Там сколько? 15 врагов. А что, кончилось? Слава богам. Опыт. Так, 8-8-8-6 лучник. Так, ну, в принципе... А, потеря очков здоровья 0. То есть, не уч... я думаю, уже учитывается. То есть, то, что мы потеряли, потом восстановили, и как бы уже все. А здесь, получается, по-моему, потеря очков здоровья учитывается, если мы уже заходим сюда с минусом. Тогда уже это фиксируется. Мы зашли с минусом, а это уже зафиксировалось. Вроде как так. Так, далее... Предмет получили. 3900. Так, держать. Можно лучше. Сделан своими руками товар даром для ваших бойцов. Это надо попробовать. Сверху не прочитал. Что-то хочет нам сказать. Возрадуйся, земля и море, ибо я пришла с дарами. Ты точно не какой-то голос в моей голове? Это я создал тебя. Я должен разорвать замкнутый круг. Так, голос. Первое. Вначале я была лишь шепотом в пустоте твоего разума, но теперь благодаря твоей вере и преданности я стала больше, я стала гласом, который многие ты услышат. Прими мое благословение. А новое знамение, дабы внести разнообразие. Требование использовать зелье на другом герое 10 раз. Так, хорошо, знамение жонглеров. Все герои получат особую черту метатель зелий. Герой может использовать зелье на расстоянии до 15 ячеек от себя, плюс одна ячейка снаряжения сумка. Так, ну хорошо, что-нибудь новое дали еще? Нет? Так, 8, вот это вот обязательно надо. Так, здесь куда мы вкладывались? Я помню, что в черты. Да, вероятность увидеть редкое повышение характеристик.
А нет, не в черты, а давайте в характеристики. Это будет важно. Так, награда за ночь. В броне, кстати, появился. Так, меч. Посох силы. Посох силы. Очки действия плюс 1, минус 7% урон. Получаемый опыт, здоровье, очки действия, эффекты. Блок. Ну, возьмем это. Лук. Что у нас за лук? Арбалет плюс 3, дальность навыка. Это во вторую руку можно, наверное, как кому-нибудь. Даже... Нет, первый не может. Второго пистолета, это пистолет. Так, ну кому-нибудь можно будет, наверное, дать. Так, броник, смотрю, что здесь с броней у нас. Повязка на глаз. Так, плюс очки действия. Да, я помню, что повязка на глаз это хорошо. Правда, плюс 3, что нам это даст? Может, сопротивление больше стало? То есть, наверное, плюс 1, наверное, там 4 было сопротивление и так далее. Так, шляпа инквизитора. Сопротивление, критический урон, меткость, здоровье, надежность. Шляпа мага, манна... Так, здесь многоцельность, кстати, хорошо. Так, у нас получается, что очки. Очки действия, по-моему, намного круче. Сейчас посмотрю. Так, очки действия у нас появляются в первичных характеристиках, когда редким подсвечено. Многоцельность тоже редкая. В принципе, и то имеет одинаковую редкость. Здесь урон минус 5, там минус, а здесь минуса нет. Средний шлем, шапка. Я думаю, очки действия будет и намного важнее. Прям намного. Если дать еще раз первому лучнику. Да, у тебя просто урон. У него уже 8 очков действий. Будет еще больше. 9 будет. Прям будет максимально что-то делать. Так, это потом. Так, здоровье, очки действий у нас здесь еще есть. А это, кстати, украшение. Но урон минус 7. Так, у кого больше всех? Ну, первая лучница. Можно магу дать. В принципе, у него как раз-таки не хватало постоянно. Может, хотя бы отсечение на себе кидать каждый раз. Прям постоянно. Чем бы нет. Так, дальность навыка. Меткость, крит. Так, дальность 1.5. А у второго 1.9. Значит, второму надо, наверное, заменить, да. А может, вместо лука? С другой стороны, лук мы потом заменим. 3.12. Но урон больше. Дальность чуть меньше, но урон больше. Ну, в принципе, длинный лук мне не особо как-то так, на самом деле, да и заходит. Это, конечно, в принципе, неплохо. 247. Здесь нельзя заблокировать есть. Правда. По прямой. Давайте пока с арбалетом побегаем. Это вообще продадим. Потом, естественно, мы ему, наверное, дадим арбалет малый. Так, урон плюс 6. Кому нужен урон плюс 6? Магу, наверное, потому что он что-то как-то с уроном. Как-то он не справляется. Так, это, наверное, пока оставим вообще. Так, прокачиваем. Особые черты. Так, хулиган можно было бы. Можно и одиночку взять на самом деле. Как раз у нас для одиночки был бы самый раз. 9 очков действий. Так, а хулиган у нас сначала будет что-то сделать. Он особо ничего сделать-то не может. Яд. А, в принципе, 2 эффекта. То есть сразу плюс 50% шанс крита. Но крит всего лишь на 75% увеличится. Такое себе. А, здесь просто 12% урона. Опять же, здесь никого нет рядом. Обзор. Если атаки героя попали во врагов 2 раза... Следующая атака героя получает бонус.
В принципе, вот этим будет много целей хорошо, то есть раз, два, и в третьего в кого угодно. Не, наверное, первый ход мы по-любому, то есть первую атаку мы проводим по всем, а вот вторая атака уже может быть с обзором, наверное. Может быть, как-то так. Но это не первостепенно важно. Поэтому... Так, дальность навыка 1.8. Меткость будет лучше. Наверное, возьмем одиночку. Будем знать, что у нас одиночка. Либо хулиган, тогда плюс 50 шансов. Но это надо будет сначала травить. А травить мы по-любому кого-то будем, потому что очков действия у нас на это хватит. У нас получается здесь сколько их? 4. Здесь, даже больше. Получается здесь 5 выстрелов таких, 3 таких, 4 таких. Ну, пока, конечно, все равно не хватает. 14. 14 очков действий надо, чтобы все-все-все задействовать. Нет, давайте возьмем, наверное, хулиган. Я еще минус 15 крит урон. Да, вообще смысла нет. Тогда одиночку. Пусть будет одиночка. Так, меткость, урон плюс 5. Так, а здесь что? Разгон, дальность навыка. Так, ну дальность навыка будет полезна. А здесь-то просто, наверное, или меткость взять. Меньше мазать будем. Урон, в принципе, 5% не так важен. Пускай будет меткость. Чтобы он был точный, сильный. Лучник 2. Так, лучник 2. Тоже в этом смысла маловато. А здесь, наверное, давайте возьмем третий глаз, просто посмотрим, как оно работает. Постепенно, постоянно будем что-то брать новенькое, чтобы знать, как это работает. Что может быть тоже очень прикольное. Да я тогда изучил. Вот здесь что-то должно было быть другое. Мне оно очень понравилось, теперь мне его не дают. Так, лучник. А меткость. Меткость была бы полезна. Так, урон цепного удара 99%. Это хорошо. Тогда она просто урон. Не, меткость пускай по всем попадает. То есть цепь пойдет, чтобы по всем попадала. Так, маг. Магу любимое оружие отдавать мы не будем. Потому что тогда нам просто не хватит. Некуда будет очки навыка тратить. Хотя здесь будет 6 максимум заход. Плюс 30 урон. Не, ну нам ослабление в любом случае нужно. Поэтому нет. Гибкость мы не... Ой, этот. Любимое оружие мы не берем. Гибкость, собственно, тоже не берем. Одиночка у нас плохой одиночка. В упор нежелательно. Короткое оружие. Здесь, кстати, можно. Здесь у нас разница в 31 урон. Вот здесь большая разница. Тогда, наверное, данные возьмем. Короткое оружие. Будем думать, что у нас 1.7. Почему бы и нет? Более уже ничего не вернуть. Так, очки перемещения плюс 3. Вот это, наверное, будет полезно. Это будет полезно, тем более редкое. Так, урон цепного 99. Тоже будет очень полезно. Это мы и возьмем. Так, лучник третий. Такое, такое себе. Так, ну третий у нас кто? Можно садиста взять, просто так же посмотреть, как это работает. Тоже очень-очень хорошо. Тогда лучнику будем брать. Правда, этому-то не очень хорошо. Это ослабить-то не сможет. А этому точно брать не стоит. Густая кровь, враг одиночества. В принципе, надежность тоже. Это, опять же, надо всегда будет использовать в основном с этим. Улучшение. Восстановление маны за день до 25% от показателя маны героя.
Слишком маловат. Эффект сбрасывается каждое утро. Так, без устали, экономность, длинное оружие. Так, что у нас там? Надежность 0. Давайте возьмем длинное оружие, я его ни разу не брал. У нас сейчас урон получается 181, он должен так и остаться. Да, 181 так и остается, а здесь у нас минус идет, минус 25. Особые черты. Хорошо. Так, очки действий. Здрасте. Так, 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 получаем его. Здесь все не очень. Рыковый урон плюс 8. Хорошо. Хорошо. Так, теперь. Отойду. Продолжаем. Так, собираем по-любому деньги. Но вот куда их тратить, теперь будем думать. Так, идут с трех сторон. Так, отсюда очень много. Собственно, лучник по-любому будет стоять где-то здесь. Где-то здесь. Так, второй лучник. Я пока не особо помню, кто у нас там лучше был. Маг был не очень. Так, у нас Эдпом, да? Или кто у нас одиночка? Так, одиночка у нас лучница 1. В принципе, она здесь справится одна, но единственное, если будет здесь что-то сжигаться, вот тогда будет плохо. Поэтому пока, наверное, мага. Так, а переходит. Так, очки перемещений тоже много. В принципе, она начнет отсюда. Если что. Маг перейдет, если что, вниз. Здесь второй. Четвертого потерял. А, четвертый здесь. Четвертый пусть здесь стоит. Так, по строительству. Так, ну пока мастеров луков мы, наверное, строить не будем. Пока что. Так, вот 500 было бы хорошо, но это, опять же, пока что, наверное, рановато. Пока что рановато. Нам нужно 7 этих купить. Можно самых дешевых покупать и тут же их продавать. Пока что мы этого сделать не сможем, надо прокачивать, да? Либо кого-то из наших убирать. А кого убирать? Убирать пока никого не хочется. Но героев лучше покупать прямо сейчас, потому что они еще дешевые. Можно выцепить вот за 129. Либо прокачать таверну. Давайте тогда, наверное, один раз прокачаем. Прокачаем. Ну, кого-то будем покупать и убирать. Шмотки с них только будем снимать. Здесь, в принципе, все плохо. Берем. Так, теперь мы можем тебя убрать. А, в принципе, если мы его удалим, у него все сбросится и так, и так. Так, уволить. Покинут убежище навсегда, а все предметы у героя будут возвращены в хранилище. Вы уверены в своем решении? Да. Так, осталось 6. В принципе, такой еще и неплохой. Так, ладно. Нам главное... Главное их удалить. Потом уже с этим не заморачивался. Так, еще на двух, в принципе, хватит, если мы продадим предметы. Так, хорошо. Эти предметы, в принципе, я понимаю, вообще, в принципе, можно все продавать. Бутылочки только вот эти все оставить, свитки, бутылочки. Так, а где еще?
А, мы тут троих нанимаем. Так, а вот этого мы, наверное, оставим, потому что у него все-таки шанс крита, урон, уклон, минус здоровье. В принципе, ничего такого плохого-то и нет. Его мы оставим с собой. Кто ты у нас будешь? Так, есть первый удар. Есть любимое оружие. Есть талант к рунам. Настойчивость, наконец-то. Ну, опять же, лучше в упор. Юркость, хрупкая сила. Так, ну прям лучник. Лучник будет. Лучник 4. Так, а первое, что мы про настойчивость. Так, настойчивость. Крит. Крит. У тебя здесь криты идут, да? Плюс 12 шанс крита. Значит, пускай будет еще плюс 15. Раннее перемещение. Первый удар здесь пока под вопросом. Либо ячейку. Либо первый удар. Так, здесь мы, наверное, берем 8 урона. Здесь пока подумаем. Как все плохо. Так, ну пускай будет, наверное, критический урон. Все-таки он на криты идет. Стрелковый. Так. Ну, пускай будет 25 от крита. Или не, просто урон возьму. Так, здесь что у нас? Расчетливость. Такое себе. Еще раз можем крутануть. Так, ну урон цепнуло. Так, ну здесь давай возьмем просто перемещение. Здесь урон. Здесь снижение либо меткость. Как бы меткость, наверное. Хотя он, если два раза промажет, ему вернут. Поэтому давайте снижение. Сопротивление. И как бы все. Так, что у нас получилось? Надо по оружию смотреть. Такого оружия нет. Так, меткость броня. Да это не годится, да? Это не годится. Так, ну либо ему лук пока что дать. Обычный лук. Весь шанс крита можно дать. Просто чтоб было. Это пока не нужно. Талант кроном, в принципе, тоже ему не нужен. Сейчас. Так, ладно. Здоровье. Здоровье. А это зелье скорости. Так, это тоже зелье скорости. Собственно, надо каждому, наверное, дать. Так, ну этим свитком мы, конечно, пользовались, но лучше, наверное, пускай быстрее бегает, убегает. Так, это лучник 3. Это у нас физический урон. Кстати, проверим, наверное, на четвертом. Так, у кого-то маны больше всех. Но у мага больше всех тратится. Будет лучник 3. Так, мана. Собственно, магу. Второй раз, видимо, опять магу.
по-другому не получается. Так, рабочих у нас еще 9. Не знаю, либо материалы брать. Либо... Так, а есть, кстати, предмет какие-нибудь? Что-то как-то здесь скудненько на предметы. Вообще не дают. А нам нужен был бы лук. Здесь что тратить? Наверное, мы сейчас, да, все-таки получим. 12 золота. Прокачаем одного рабочего. И возьмем в помощь. Так, мифриловый малый арбалет. Очень не зря я это сделал. Так, а что у нас там у первой? Так, вот первый хорошо подойдет. Есть урон. Сам по себе урон больше. Плюс дальность цепного удара. С другой стороны, дальность у нас урон 79. То есть, наверное, мы даже другой дадим. Вот этой второй, наверное. У нее 99%, то есть намного будет лучше. Так, здесь у нас урон. Тоже дальность цепного. Арбалет. Арбалет. Не, возьмем лучше мифриловый. Так, да. Это мы даем второй. Третьему даем. Видимо, наверное, место пистолета. Хотя нет, как-то вот так сделаем. Так, а лучнику сюда. Это продаем. Ладно, мы тогда, наверное, все-таки сбор материалов делаем. Броник, конечно, тоже было бы хорошо. Ну да ладно. Так, теперь баллисты. Так, сначала надо починить ловушки. Перезапустить, починить турели. То уже надо. Так, стены под вопросом. Надо, но не все. Вообще бы их надо построить. Так, эти у нас турели все прокачаны. Плохо, что между ними нельзя переключаться. Эти кнопка была, чтобы переключаться по всем турелям. Можно, наверное, сюда поставить одну турель. Так, эти вкачаны. Так, по-любому ловушки здесь надо наставить. Так, это, наверное, близко было. Ну, ладно. Идет. Там пока ставить. Или вообще надо? Тоже надо как-то обезопасить, что здесь эти проходили, которые взрываются. Так хоть побезопаснее будет. Ладно. С этим в любом случае справимся. Просто я не знаю, как он один, если будет бегать. Если они по всей. А их, да, они же по всей пойдут. Ну, как-нибудь справиться. Там никто не выйдет. Так, и, наверное, баллисты. Баллисты будем ставить, знаете, сюда. Дополнительная помощь.
пока все нормально. Так, N. Пропустил. Здесь 3500. Может быть, наберем сейчас за один. За одну ночь. Так, еще трех осталось. Каждый герой будет начинать игру с украшением, получить или купить украшение. Ну, это мы получим. Ну, или купим. Со шлемом получить или купить шлем. Ладно, это все. Это все к нам все равно придет. Так, пока получается все. Не используя очки особых черт. В смысле? Это что значит? Особых черт. Провидица, может? Или мы кого-то не докачали, что ли? А, лучника. То есть просто здесь не написано. Так, лучнику и накачали. Так, мы взяли арбалет. В принципе, первый удар. Здесь ничего такого нету. И, собственно, тоже ничего такого нет. Мы можем просто талант круну взять, но, опять же, смысла от этого никакого не будет. Короткое оружие. Разброс будет, конечно, меньше. Меткость будет. Меткость у нее и так будет. Так, а потом, хорошо, допустим, мы если потратим один сюда, потом что мы здесь возьмем? Вот эти два. У нас, собственно, здесь большая охота. Может быть, сова. Герой получает бонус за каждого третьего убитого изолированного врага. Это, кстати, тоже очень полезно. Если запоминать, у кого оно есть, очень полезно. Так, не знаю пока, что брать. Может, ничего не брать пока. Но первый удар в любом случае понадобится. Арбалет мы в любом случае будем давать. Пускай будет первый удар. И с другой стороны, мы сейчас будем терять по 10 урона, которые нам, в принципе, не нужны. Ладно, оставим так. Потом прокачаем. Так, все, всех разместили. Пятого не разместили. Не знаю, где тоже, пускай здесь стоит.